Здравствуйте! 1 мая запомнилось горожанам не только праздничным шествием, но и грандиозным концертом у Центрального универмага. Перед северодвинцами выступила экс-вокалистка группы «Ленинград» Юлия Коган. О трудном детстве, школьном прозвище и работе на телевидении Юлия рассказала в интервью нашей съемочной группе. Северодвинцам Юлия Коган известна как участница эксцентричного коллектива «Ленинград». С 2007 года она выступала с Сергеем Шнуровым, а еще с группой «Король и Шут». В 2015 она выпустила свой первый сольный альбом «Огонь баба». На северодвинской сцене певица в очередной раз подтвердила свой образ. В интервью Юля призналась, детство у нее было тяжелым, а еще преследовали обидные прозвища, например, Пушкин. У меня просто была короткая стрижка, потому что я плавала, и было неудобно с длинными волосами. У меня были вообще ужасно обидные прозвища. Ну, неужели в Санкт-Петербурге, в этом интеллигентном городе, прозвище Пушкин обидное? Ну, не зря же в Санкт-Петербурге, в интеллигентном городе, возникла группа «Ленинград», самая известная ненормативная группа. Юля получила классическое музыкальное образование. Трудно представить, но даже пела в опере. Опера очень ограниченный жанр вообще, в принципе. То есть там очень много граней того, что ты делаешь. Ты не можешь выпускать пар, грубо говоря, да? То есть ты можешь только держать свой аппарат и все делать правильно. Только тогда ты будешь выдающимся оперным певцом. А еще экс-солистка Ленинграда успела поработать кондитером и телеведущей. В своем ток-шоу «Я права» Юля выступила в роли защитницы девушек, которые рушат все стереотипы. И вот той передаче, которой я была ведущей, слава тебе, Господи, там у меня была роль. Да, что нужно было, да, как раз вот играть вот в такую женщину. Огонь. Настоящая ты должна быть дома со своим ребенком, со своим мужем. Вот такая вот никакая. Абсолютно безликое создание. Потому что на сцене ты должна быть огонь баба. Ну, естественно, если я буду огонь бабой в жизни, то мне будет очень тяжело. Сама талантливая. То есть хорошие, прекрасные вокальные данные, ну и харизма есть. В нашем городе огонь баба Юлия Коган выступила впервые. Но, как заявила в социальных сетях, надеется, что еще зажжет в Северодвинске.